Задержан вор в законе Камчи Асанбек Кальбаев. В ходе проверки установлено, что последние на пограничной территории находились без соответствующих разрешений государственных органов Казахской Республики. В этой связи в отношении Асанбека и его приближенных составлены протоколы об административном задержании. Также в результате досмотра были обнаружены 8 единиц огнестрельного оружия, 4 карабина Сайга и 4 пистолета марки ПМ и ГЛОК. Таким образом, в действиях Асанбека и его приближенных усматриваются признаки правонарушения, предусмотренные статьей 429 Кодекса о правонарушениях Республики Казахстан.